Опля, я здесь. Это видео специально называется «Барашки и я». Я и барашки. Хорошенькие. А у меня ничего для них нет. Они могли бы кусочек хлеба покушать, но я хлеб не брала, даже булочку не брала, там ничего не было. Ну, правильно, я иду уже под закрытие магазина. Что там интересно могло еще остаться? Да, я разговариваю о вас. Я о вас разговариваю. Да. Ну что, на землю поставить свои сумки и попробовать рискнуть погладить сладких? Как вы думаете, стоит ли мне рискнуть? Нет, все, они сразу уходят. Но я вот, я уже почти близко. Глянь, какой хорошенький пушистичек. Я так хочу к нему прикоснуться. Он ушел от меня. Ну вот как же так? Ушел. Я не смогла к нему. Иди сюда. У меня тебе, для тебя ничего нет, но возле меня тоже есть трава. Посмотрите, не получилось погладить. И я сейчас тихо подхожу вот сюда, к этому барашку. Как-то они сразу чувствуют. Вот смотрите, они сразу чувствуют, что я к ним подхожу. Иди сюда, может, ты хочешь ко мне? Иди. Ком. Ком. Вот я пытаюсь позвать вот этого барашка. Такой, такие красивые, такие хорошенькие. Но, увы, они чувствуют, наверное, какую-то опасность с моей стороны. А опасности никакой нет. Иди сюда, хорошенький. Ком. 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 Да, я так могу до ночи стоять ком и звать барашка. Может быть, ты хочешь ко мне подойти? Уж нет, не хочет. Да, увы, никак. Мне с ними не сблизиться. К сожалению. Вот они ушли от меня. Всем стадом. Не получилось. Я, видит Бог, хотела. Хотела сделать сказку былью, блин. Но, увы. Я не нашла язык с животными.